На днях голландская компания BLV объявила о первом полете своего прототипа летающего автомобиля. Уникальный гибрид PLV-1, дословно переводится как «персональное воздушное и наземное транспортное средство», представляет собой нечто среднее между трехколесным мотоциклом и автожиром, полет которого осуществляется за счет автовращения винта ротора. На земле PLV-1 движется как спортивный автомобиль. Чтобы превратиться в летательный аппарат, гибриду необходимо несколько минут на раскладку винтов и хвоста. В воздухе автожир развивает скорость до 180 км в час и расходует около 36 литров бензина за 1 час полета. PLV-1 оснащен двигателем мощностью в 220 лошадиных сил и разгоняется до 100 км в час менее чем за 8 секунд. Для управления автожиром специальных прав не потребуется, однако будущих владельцев автолета обяжут пройти 30-часовой курс обучения. Кажется, сейчас мы как никогда близки к реализации столетней мечты о персональном летающем авто. Поставки первых коммерческих моделей PLV ожидаются в 2014 году. Правда, цена вопроса пока неизвестна.